церкви многолюдно. На богослужение в честь большого православного праздника Крещения в Брестский храм, расположенный в микрорайоне Плоска, пришел не один десяток человек. Здесь всегда много людей, однако в такие дни количество прихожан увеличивается. Богоявление стоит в одном ряду с Рождеством и Пасхой, а потому неудивительно, что многие брещане, несмотря на рабочий день, нашли возможность прийти в храм. Люди живут с Богом, люди осознают смысл этого праздника Крещения Господня. Это великая радость. Мы знаем, вот недавно Рождество Христово, сам Господь пришел к нам, чтобы нам открыть путь на небо. Сегодня Троица Святая открылась, Богоявление, праздник, воды освящены. То есть Господь нас любит, Господь с нами, нам нужно, чтобы мы были с Богом. И почему мы спешим, особенно в этот день, в храм? Потому что во время крещения мы облекаемся в чистые одежды, белые одежды, чтобы быть готовым прийти к Господу. Многие из тех, кто сегодня пришел в храм, признаются, такие службы всегда проходят в особой атмосфере, дарят хорошее настроение и подъем жизненных сил. Кажется, празднику радуется и сама природа. В городе над Бугом целый день кружились снежные хороводы, украшая территории возле церквей и весь Брест. Мы стараемся приходить в храм по мере возможности. Крещение – да, большой праздник, наверное, для всех людей. Я считаю, что крещение – это большой праздник. Приходим мы с мамой каждый день на этот, каждый год на этот праздник. Нам наливают водичку, мы наш дом крестим, мою сестричку, маму, меня. Конечно, верю, поэтому здесь. А на крещение всегда стараетесь прийти? Всегда. Стараюсь даже на работе выходной взять. Мира, любви, добра, здоровья крепкого всем. Чтобы были крепкие люди, как наша крещенская водичка. После литургии состоялся чин освящения воды. Считается, что после проведения таинства она обладает способностью исцелять духовные и телесные недуги, сохранять и укреплять здоровье. Сегодня мы здесь освящаем эту воду. Опять великое торжество, великая радость. Господь приоткрывает нам даже такую великую тайну, как троичность. И вот так сегодня вся эта радость с нами. Поэтому вот много людей, и слава Богу, что люди понимают, идут к Богу, и это великая радость. С праздником, здоровья, крепости, милости Божьей. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.